Я держу. Рисковать. Ну что, в добрый путь. Yes. В Владивостоке стартовали съемки фильма об Арсеньеве. Главную роль исполнит народный артист России Евгений Миронов. 8 серий проекта охватят самые значимые и известные факты из биографии путешественника. Режиссер фильма Дмитрий Киселев, известный зрителям по картинам «Елки 2» и «Время первых». Сегодня были отсняты первые сцены Натабизина. В фильме этот мыс будет местом силы главного героя. Сейчас мы снимаем достаточно тяжелую сцену. Это момент, когда Арсеньев получает известие о смерти сына. И вот его состояние, то есть для того, чтобы чем-то напитаться, чтобы за что-то зацепиться, вот он приходит сюда, чтобы отсюда почерпнуть какие-то ему эмоциональные силы. На краю скалы Евгений Миронов стоял, одетый в военную форму имперского периода. Звезды вензеля на его одежде соответствовали символам полка, в котором служил Владимир Арсеньев. Исторические детали важны. Вот есть такой момент, у нас там есть военный ассистент в военном костюме. Допустим, сейчас на Арсеньеве погоны русской императорской армии, они определенной ширины. По разным кадрам мы советуемся с историческими консультантами, которые говорят, как должна выглядеть форма, как должны выглядеть погоны, как должны выглядеть даже пуговицы. На 1900 и 1904 год у нас одни пуговицы, а на 7-й уже другие. Снимать фильм в Приморье будут в разных районах, от острова Петрова до Милоградовки, Ханки и окрестностей Арсеньева, и в разное время года. В фильме несколько времен года, и лето, и зима, потом все-таки жизнь должна была продолжительной, и, соответственно, мы будем снимать разные периоды жизни здесь, в разных местах, по Приморскому краю. Евгений Миронов поделился с журналистами своим мнением по поводу героя. «Я очаровался этим человеком, он достойно прожил свою жизнь. Перелом, когда миропорядок меняется, очень проверяет людей. И вот Арсеньев, он настоящий. И я хочу передать то, что чувствую». Анна Дьякова, новости на 8-м.